Приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас в обзоре виброкаток Hitachi, модель ZV550W, в отличном состоянии. Ширина катков 600 мм, диаметр вальцов 350. Установлен двигатель Kubota мощностью 6,3 лошадиные силы. Рукоятка управления переводится в транспортировочное положение, поднимается вертикально. Вкратце расскажу об органах управления. Здесь клавиша сигнала, тумблер включения режимов вибрации, тумблер включения освещения, замок зажигания, рычаг хода вперед-назад. Здесь у нас ограничитель при движении задним ходом и рычаг газа. Очень простое в управлении. Каток обслужен. Сейчас запустим двигатель, проверим, как работает, проверим режим вибрации, проверим гидромоторы вальцов. Ну, собственно, каток отлично работает, отлично запускается. Гидромоторы исправны. Вибрация. Сила вибрации будет зависеть от количества оборота двигателя. Вот, отличный каток, готов к дальнейшей эксплуатации.